Обращение к общественности Одесского припортового завода и города Южный. Все попытки работников ДК разрешить ситуацию напрямую, в рабочем порядке, с помощью письменного обращения, без привлечения к общественности, не принесли результата. Поймите, наша боль и решимость от того, что с работниками Дворца культуры не хотят говорить ни отдающая, ни принимающая сторона. А ведь каждый человек из технического персонала и творческой группы Дворца культуры отвечает за семью и близких, участников самодеятельности. Каждый работник хочет и должен реально представлять судьбу ДК, свои юридические возможности и трудовую карьеру. Почему от нас скрывают очевидные вещи? Входит ли ДК в пакет приватизации завода? Принято ли решение Госкомимущества Украины на передачу ДК? Каково штатное расписание и оклады в предполагаемом ДК города? Какая социальная защита и творческая перспектива? Реально и возможно? Нас никто не может упрекнуть в том, что мы хотим подвести завод или обидеть горожан. Для нас все зрители одинаково дороги и равны. Мы всегда работали на все категории зрителей, независимо от производственной принадлежности. Мы, как всегда, четко и творчески прошли репетиционный цикл и полностью готовы к проведению новогодних праздников. Мы принимаем взвешенное решение, сознавая свою ответственность перед заводчанами в частности и в целом перед громадой Южного, в полном объеме провести праздничные творческие мероприятия как для детей, так и для взрослых. Мы будем реализовывать свое право на социальную защиту в рамках законов Украины, коллективного договора ОПЗ и просто позиции нормальных человеческих отношений. С Новым годом! Пусть он станет лучшим для каждого, ведь солнце светит всем.